Чтобы слепили у такого снеговика. Снеговик получился не сильно большой, но интересный. Потому что снега еще пока много нет. Угу. Маш, ну снимай же снеговика. Я покажу, какие у него глазки. Мы туда насовали таких каких-то цветочков засохших, носик. Думали сделать из морковки, но он отпадает, не держится. Сделали из этого, из снега. Симпатичный носик. Это у него такая бубончик на голове. Это ручки такие. Посоветуйте, как нам лучше. С вот таким носиком, чи с вот таким. Ну, Маш, ну я пробовал только что морковку, она не держится, отваливается. Улыбочка такая у него, видишь? Угу. Надо зубик ему еще туда какой-то приделать. Сейчас голову отводим. Нет. Не отпадает. Сейчас приделаем. Блин, не хочет держаться этот листик. Подорожник или что это такое, не знаю. Ладно, но не будет держаться. Стой, надо закрепить голову, она что-то сейчас отваливается. Оно прямо. Смотрите, какой у нас снеговик. Я вычек не по такой. Опа, приделать. Вот такой получился у нас небольшой снеговичок. Вместо носа у него снег, а на голове антенка из морковки, потому что морковка была предназначена для носа, но что-то он не держится на носу, падает. Интересно. С лопатой. Маша, тебе нравится? Небольшой такой, потому что много снега, что-то не хочет. Он катаем, катаем тот ком, а он не налепляется и не налепляется. В общем, решили сделать небольшого. Вот такой. Ну, прикольно, мне нравится. Всем привет, подписывайтесь на наш канал. Всем привет. А мама? А мама за мной. Мама, он из окна. Что-то там кричит, не видно. Не видно. Она там в окошке нам машет, но не видно. Нам мама только что скинула новогоднюю шапочку красненькую. Мы сейчас попробуем ее на снеговика одеть. Только осторожно, Маш, голова, чтобы не отлетела. Балабон отвалила. Ты хочешь без балабона просто одеть шапку, да? Да, ну давай. Что ж ты ему глаза закрываешь, он же не видит. Балабончик сюда вперед поверни, чтобы его видно было. О! А ну отходи. О! Вот такой шапочки получилось. Я, Маш, хочу сказать, что мы передаем всем привет нашим зрителям, да, и чтобы они что делали? Тоже переснимали? Нет. И подписывались на канал? Да, и ставили лайк. Всем пока-пока. Мама нам только что скинула из дома еще бусы, Маша сейчас он его нарядит. Нашего снеговичка. Ну, да, такий нарядный был бы снеговичок вообще, Маш. А як по-польску снеговик? Болвана. Болвана лепим, болвана.
Да? А ну давай еще одну. Маш, отсюда. Дивись, Маш. Ні-ні, це, оце, то не трогай. Оце візьми отак іще начепи. О. Все, Маш, все. І третій ярус ще зроби. О, там у нас такий моднявий сніговик получився. А ще, да, Маш? Снігова баба у нас вийшла. Раз з бусами, так? Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Да, у нас завжди цікавий весело. Пока-пока. Всім пока.